Добрый вечер, мои подписчики. Вернее, не вечер, а добрый день. Я сегодня купила вот такой пирог. Вишня в шоколаде называется. Сейчас сначала его откроем. Короче, давно я хотела себя порадовать чем-то вкусным. Я решила отказаться от всяких алкогольных напитков. Вот. И за счет этого я решила себя порадовать вот такими вот десертами. И второй называется клубника со сливками. А есть моя клубника. Дай, возьми. Они как бы тоже такие вот штучки вот такой стоят, да? И вот вот так выглядят. А что это у тебя сейчас такое? Будем пробовать и одно, и другое, да. Сначала попробуем вишню в шоколаде. Вишня, кстати, реально вишня. А где мой стул? Очень вкусно. Там шоколад. Мама, что-то белое. А вишня? Ну, короче, вкусняшка. А я попробую клубнику. Тут тоже настоящая клубника. Так. Нежная очень. Очень нежная. Очень вкусненько. Ну, и то вкусно. Но вот клубника... На. На. А зачем еще открывать, если вот есть? В общем, это вот делают тирольские пирожные. В общем, вкусно и то, и другое. Покупайте. Вкусно. Лисик тоже взяла. Она взяла другой. Говори, что вкусно. Вон она как ест. Шарики вкусные. Шарики, это это... Вот здесь, короче, шарики шоколадные белые, а здесь вот... А здесь где вот вишня, тут шарики шоколадные. Такие, как засушенный тип шоколад, что ли, я не знаю. Клубника настоящая, вишня настоящая. А шоколад вкусный. Короче, покупайте, я советую.